Мы это те, кто привыкли к комфорту и ритму муниципальных трущоб. Видимо, есть много хорошего, что помогает нам мириться с шумом машин, трафиком, который иногда движется со скоростью ледника, суматошной работой и толпами таких же, как ты, горожан. Вокруг все эти маршрутки, такси, троллейбусы, светофоры, пыльные тротуары, выбоины в асфальте и спешащие куда-то пешеходы. Что-то заставляет нас стремиться назад. Какой-то первозданный инстинкт зовет нас к природе со всей ее сыростью, влагой, жарой или холодом. Так от неудобства наших квартир. Кому-то природа дает уединение, способ познать себя. Для кого-то это адреналин и драйв. А есть те, для кого природа это и то, и другое. Это передача о людях, которые ответили на зов и шагнули, быть может, чуточку далее, чем остальные. Это выпуск о водном туризме и всех прелестях с ним связанными. Рассказывая о сплавах на реках нашей республики, нет нужды умалчивать об остальных ее красотах. Сходив однажды в поход, побывав наедине с природой, память об этом у вас никогда не уйдет. Помните, в фильме Форест Гамп рассказывал о том моменте в джунглях Вьетнама, когда разошлись тучи и он видел прекрасное звездное небо и запомнил этот миг на всю жизнь? Нечто подобное ожидает и вас, окажись вы вдали от цивилизации, где-то в районе Нургуша или Ремеля. Вообще, поход на природу, особенно такую красивую, как у нас, это набор новых ощущений, как будто задействованы иные органы чувств. Здесь все другое, и вернувшись в город, даже если в походе ты только и делал, что греб или тащил рюкзак, ты все равно чувствуешь себя бодрым и отдохнувшим. Еремель – это мистическая гора. Она считалась священной у башкиров, и восходить на нее разрешалось только старейшинам и вождям племени. У подножия когда-то находились скиты старообрядцев. Последователи эзотерических культов проводят здесь тренинги. Уфологи утверждают, что над горой довольно часто появляются НЛО, а этнографы собирают сказания о древнем подземном народе, обитающем в окрестностях. Почему именно сюда тянет людей, желающих познать духовную сущность человека? Почему именно на склонах Еремеля люди открывают в себе какие-то доселе скрытые возможности, по-другому осмысливают жизнь? Оказывается, не только наши современники приходили на Еремель для общения с неведомым, это повелось издревле. Как правило, такие места именуются местами силы. У Еремеля есть своя загадочная история. Само название горы пришло к нам с незапамятных времен. Так назвали ее заселявшие это место тюрки, пращуры современных башкир. В переводе с древнетюркского слово «Еремель» означает «место, дающее человеку силу», а название деревни Тюлюк, находящееся у ее подножия, основано 2 столетия назад, переводится как «желание». Именно из-за соседства Тюлюка с Еремелем и берет свое начало легенда о том, что якобы на вершине горы исполняются любые желания. Достаточно лишь поднести подарок духам Еремеля. В стародавние времена духам приносили человеческие души. Согласно преданиям, жрецы древних народов совершали кровавые жертвоприношения на вершине горы, дабы задобрить богов и выпросить у них богатый урожай. Есть гипотезы, согласно которым Еремель является прародиной всей славянской цивилизации. Чем-то вроде Киперпореи. Гипотеза эта опирается на археологические раскопки, проведенные близ села Ахунова, якобы свидетельствующие о том, что именно на Еремеле берет начало славянская цивилизация. Возможно даже, что именно в тех местах были написаны славянские веды. Книга Велеса, а также книга Коляды. А само село Ахунова – это обитель бога света Крышеня. С давних пор бытуют легенды о том,
что в здешних местах давным-давно жил некий таинственный народ Чуть Белоглазые. В народных поверьях Чуть – это искусные ремесленники и чародеи. По поверьям, народ этот жил в Ремельских пещерах незадолго до включения Урала в состав Московского царства. Старожилы окрестных сел рассказывают, что в действительности существовал некогда народ, живший на склонах здешних гор. Был он мирный, жил тихо по соседству с другими людьми. Была у Чуди своя религия, в таинство которой они не посвящали пришлых. Якобы и по сей день можно найти в Ремельских пещерах священные алтари Чуди. Сами Уральские горы считаются старейшими на планете. Когда-то на территории Урала был обширный океан, на дне которого активно развивались тектонические и вулканические процессы. Нынешние хребты были тропическими островами, покрытыми пышной растительностью. Современные горные массивы Южного Урала представляют лишь малую часть древней складчатой горной страны, которая охватывала восточную часть современного Башкортостана и всю территорию Челябинской области. Туристические катамараны – это универсальное средство сплава среди любителей активного отдыха на воде. Катамараны обладают богатым набором полезных качеств. Это универсальность в применении, его можно использовать как для семейного сплава по спокойным рекам, так и при докомплектованной коленной посадке по горным рекам третьей категории сложности. Простота в управлении, имеет хорошую ходкость и маневренность, высокую поперечную устойчивость, хорошую обитаемость и большую грузоподъемность, большую надежность, малый вес, компактность в собранном виде, а также быстрой сборкой. При всем разнообразии конструкций катамаран отличает наличие двух баллонов и рамы, их соединяющей. Простейший катамаран – это две заглушенные надувные трубы и мягкие крепления под раму из жердей. Был доступен в изготовлении практически каждому, поэтому данная конструкция в различных модификациях была весьма распространена у начинающих водников. В настоящее время в ходу две базовые конструкции баллонов – сигара и верблюд. Последний отличается носовым кормовым наплывом – горбами. Наиболее результативные, как и при прямой гребли, так и при маневре, является коленная посадка. При такой посадке гребец сидит на коленях, зафиксировав бедра в ременных упорах, а пятую точку примостив на табуретку, надувной наплыв или на худой конец на упаковку с вещами. Бедренные ремни помогают гребцу не нырнуть в воду, а с другой стороны, при желании, из них можно бодро выпрыгнуть. Особенно, если вы неожиданно оказались кверху ногами, причем под водой. Катамараны бывают двух, четырех, а некоторые, страшно сказать, и шестиместными. Супер, супер. Не так и страшен черт, как его мать. Очень здорово. Очень. Почувствовали. Это, почувствовали вот это вот. Нашу родную стихию. Прямо положительная только эмоция. Восторг. И пришла в себя от этих сейчас холодной воды ледяной. Первый раз такое. Да, порог Самарский, даже по малой воде, и то дает впечатление. Поэтому сплавляйтесь, приезжайте на реку Березяк. Самое главное, мы удовольствие получаем, вот, сплавляясь. От порога. От порога. Друзья позвали, тоже захотелось попробовать. Экстрим как-никак. Меня зовут Кадрия. Кадрия, а косички, они мешаются или помогают при сплаве? Я думаю, они помогают. А чем они помогают? В смысле, если упал в воду, тебя можно вытащить, а то будет? Да, это тоже. Вообще здорово. Правда, поначалу так, неохота, потом Вылазки на природу также бывают интересны неожиданными встречами. О напитке из чаги нам поведал народный целитель России, а также кандидат биологических наук Михаил Гордеев. Я хочу вам рассказать сегодня про чагу. Это древесный гриб, который растет на березе. И вот этот древесный гриб чагу, он представляет собой опухоль. Опухоль, которая паразитирует в березе. И когда береза набирает силу в себе, она выталкивает эту опухоль из себя, и образуется вот такое плодовое тело, в котором накопились полезные вещества, выделяемые березой. Заливается водой, желательно талой или родниковой, мягкой, не жесткой. Доводится до кипения, отставляется котелок. И минут через 30 можно пить эту чагу практически без ограничений. У меня же в котелке приготовлена эта чага, я налью ее. И покажу, как она выглядит в виде настоя. Вот настой. Кипятить не надо. Потому что при кипячении биологически активные вещества денатурируются. Единственное, не надо пить перед сном много. Потому что сердце будет прокачивать кровь так сильно, что спать особо не хочется. И там, где трудно, это или мель.
тоже. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Рафтинг – это прежде всего командный вид спорта. И каждый участник во время сплава выполняет определенные функции, а экипаж в целом выполняет указания лидера. В рафтинге традиционно применяются три способа гребли. Распашными веслами, установленными на специальной раме, канойный способ и комбинированный, когда гребцу распашными веслами помогают как минимум два каноиста. Распашной способ применим исключительно при экспедиционном и спасательном использовании рафта. В коммерческом или спортивном сплаве основным способом гребли являются канойные. Гребцы располагаются в рафте равномерно по левому и правому борта, сидя на гондолах и фиксируя ноги на дне лодки, используя специальные фиксаторы. Сидящие на корме гребцы исполняют роль рулящих. Один из рулящих, который, как правило, является наиболее опытный участник, отдает указания всей команде. Остальные члены экипажа синхронной работой весел создают тягу и обеспечивают движение рафта в необходимом направлении. Во время экстремального сплава в бурной воде рафт кидает как щепку, и только активные усилия всего экипажа позволяют сохранять судно на киле и выбранной траектории. Учитывая условия, в которых зачастую проходит сплав, обязательным является использование специального защитного снаряжения. Рафтингиста привлекает бурная горная река, стремительный поток которой, как правило, проходит по извилистым горным ущельям, преодолевая сложный рельеф и создавая на своем пути всевозможные препятствия. Для того, чтобы уменьшить риск для жизни и здоровья в таких агрессивных условиях, необходимы такие элементы снаряжения, как специальный шлем для защиты головы и спасательный жилет. Также могут понадобиться специальная обувь и термоизоляционная одежда, поскольку горные реки не отличаются особо теплой водой, так как зачастую берут свое начало на ледниках высоко в горах, а текут в глубоких тенистых ущельях. А еще рафты хороши тем, что на спокойной воде можно расслабиться, усесться поудобнее и наслаждаться проплывающими мимо тебя красотами. Фестиваль «Ремель» проводится регулярно в конце апреля на реке Березяк. Фестиваль проводит компания «Роза ветров Башкортостана» совместно с Федерацией водного туризма Туристско-спортивного союза Республики Башкортостан. Непосредственное проведение соревнований в рамках фестиваля осуществляет главная судейская коллегия. В фестивале участвуют все желающие, к соревнованиям допускаются спортсмены, экипированные спасательными жилетами, касками и гидрокостюмами. Всю необходимую информацию можно получить на сайте розаветров.ру. Надеюсь, я привил интерес к этому замечательному увлечению и виду отдыха. Воспользовавшись моими советами, пройдя 1-2 простых маршрута, вы только начали осваивать премудрости водного туризма. Впереди у вас многие сотни километров бурной воды, десятки порогов. Удачи вам, теплой воды и мягких камней, интересных речек и надежных экипажей.